Юные хоккеисты Омской области посетили Академию «Авангард». Представители команд Черлакского района, а также Центрального и Октябрьского округов Омска встретились с министром спорта региона Дмитрием Грикорянцем, заслуженным тренером России, куратором проекта «Омские орлята» Евгением Шастиным и директором программы развития тренерского штаба Академии Николаем Кузнецовым. Самое важное, что вы свою жизнь начали посвящать хоккею, спорту, здоровому образу жизни – и становитесь настоящими патриотами нашей страны. Специально для ребят в Академию привезли завоеванный в этом сезоне «Авангардом» Кубок Гагарина. Мальчишки с удовольствием фотографировались с победным трофеем любимой команды. Среди хоккеистов из Черлака были и победители областного турнира «Омские орлята» команда «Юность». Это очень большая радость, потому что когда берешь первый раз кубок, еще такой значимый, то радость очень большая. А еще представился «Авангард» за 17 лет впервые выиграл. Вообще мечта была дойти до уровня КХЛ, прям такая, чтобы играть за родной клуб. Молодые спортсмены посетили также интерактивную экспозицию, рассказывающую о победах омского «Авангарда», и поиграли в хоккейный симулятор на консоли. Организатором мероприятия выступил Фонд развития Омской области имени Сергея Манякина совместно с региональным Минспортом. Ребята большие молодцы, занимаются профессионально спортом. И, конечно, сегодня приехать и увидеть Кубок Гагарина, прикоснуться к легенде, почувствовать вот эту мощь, силу «Авангарда». Будем надеяться, что чемпионы «Омские орлята», ребятишки, будут брать пример, заниматься профессионально спортом. Когда-нибудь, через там, 10 лет, также возьмут этот кубок очередной раз и прославят нашу Омскую область на всю Россию.